Несмотря на частую смену трендов, одежда в этническом стиле всегда выглядит оригинально и модно. О том, как сочетать такую одежду с повседневным гардеробом, узнаем из следующего сюжета. Этностиль с каждым днем набирает невероятную популярность. Если раньше наряды с казахскими элементами надевали только на национальные праздники, то сегодня все чаще такую одежду можно встретить в повседневной жизни и даже на модных показах. Я думаю, что в повседневной жизни нам хочется наблюдать этностиль в интерьере, в одежде. И мы стараемся делать такие вещи доступными, носибельными и качественными. Мы скучаем по своим истокам, по своей истории. У нас очень красивая история, очень красивая культура. И мы хотим это видеть и наблюдать, созерцать красивое. Соответствуя мировым трендам, современный этностиль, в отличие от традиционного, предусматривает не только колорит, но и практичность. Поэтому шапан мы можем заменить кардиганом, а национальное платье – платьем-свитшот. Базовая футболка с лаконичным орнаментом или вышивкой может безболезненно вписаться в любой гардероб. Хотелось бы вам рассказать о нашем платье-свитшоте. Выполнен он из 100% хлопка. Снизу у нас идет валан с авторским принтом на крэпи. Очень комфортное изделие. Вы можете носить его с ботинками грубыми и с кроссовками. Следующее наше платье выполнено из шифона. Сочетается с деловым жакетом и туфлями. А также его можно подать со свитшотом и кроссовками. Далее мы бы хотели вам показать наш шапан из бархата, также с авторским принтом. Он будет очень эффектно смотреться с джинсами и с ботинками, но при этом, допустим, на вечер вы можете накинуть его сверху платья. Порой достаточно одного яркого аксессуара в этностиле, чтобы преобразить скромный образ. В ход идут красивые серьги с орнаментом, платки, ожерелье из натуральных камней, сумочка с яркой вышивкой и принтами, и даже головной убор. У нашего народа всегда было особое отношение к головным уборам. Мне бы хотелось внедрить в тюбетейку повседневную жизнь, чтобы каждая девушка могла подчеркнуть свой образ. Я много слушала интервью Зини Пахметовой и узнала, что наши девушки всегда носили тюбетейки, бюрек. Сейчас у нас коллекция 8 моделей тюбетейк. Например, вот эта тюбетейка, она носится как бы на макушке. Данная модель, она глубокой посадки, и она хорошо прикрывает лобную часть. Когда я надеваю эту модель, многие меня называют современной Тамирис. И поэтому я назвала эту модель Тамирис. Не стоит бояться этностиля. Есть множество решений, чтобы не выглядеть странно и старомодно. Разнообразить гардероб можно аккуратными элементами, не изменяя своим вкусом и предпочтениям в одежде.